В прошлом году в Пензе в конкурсе «Лучший фармацевт» победу одержала студентка фармацевтического колледжа Ульяновска. Поэтому в этом году организации проведения соревнований доверили нашему региону. В Ульяновск приехали 27 участников со всей страны и Казахстана. Звание «Лучший фармацевт» очень почетно, а также открывает много дверей перед молодыми специалистами. Например, найти работу будет проще. Да, здесь присутствуют работодатели. Пользуйтесь этим моментом. Да. Каждый из вас может оценить, как условия для работы, так и ваши профессиональные компетенции, которые представители уже работодателя могут себе заведомо заполучить заветного специалиста. Участникам предстоит пройти 6 конкурсных испытаний. Это тест изготовления лекарственного препарата, приемка товара, оформление витрины, фармацевтическое консультирование и базовая реанимация. Чтобы попасть в Ульяновск на всероссийский этап, студентам пришлось пройти отбор в своем регионе. Организаторы подготовили испытания различной сложности. Больше всего волнение участников вызывает практическое задание по изготовлению лекарственного препарата. Мне кажется, наверное, самое сложное задание – это технология изготовления лекарственных форм и контроль качества, так как в нем нужно показать знания по двум дисциплинарным модулям. Но, естественно, там довольно большой курс охвачен. Мне кажется, это будет сложно, довольно из всех сложных заданий. Оценят будущих фармацевтов опытные члены жюри. Участницы из Ульяновска тоже посоревнуются с коллегами, но вне конкурсных испытаний. Такой ход сделан организаторами специально, чтобы в этом году шанс победить был и у другого региона. А членов жюри не обвинили в предвзятости. Каждый этап конкурса оценивают эксперты. И есть жюри, которое будет подводить итоги в целом по всему конкурсу. Конкурс будет очень прозрачный после каждого этапа. Как только этап прошли все конкурсанты, итоги будут в группе, в Телеграме обозначаться. Победитель станет известен уже 25 апреля. Лауреат первой степени получит диплом, статус лучшего фармацевта и подарки от партнеров конкурса. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Правда ТВ.